Через 8 месяцев после своего задержания в аэропорту Брюсселя экс-глава госпредприятия «Железная дорога Молдовы» Юрий Топала попал в руки молдавских правоохранителей. Накануне экстрадированный из Бельгии бывший функционер прибыл в столичный аэропорт. Сам он заявил журналистам, что не признает своей вины и отказался комментировать обвинения прокуратуры. Как комментировать акузации прокурорилор? Не комментировать, не рекуношу вину. Не рекуношу? Вы рекуношете вину? Экс-глава молдавской железной дороги прибыл в Молдову вчера вечером самолетом Брюссель-Кишинев. На заявление представителям прессы был скуп. Сегодня утром прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам сообщила, что адвокаты Топалы обжаловали в апелляционной палате Кишинева выданный в отношении него заочно ордер на предварительный арест сроком на 30 суток. Юрия Топалы допросили, однако прокуроры уклонились от подробностей сделанных им заявлений. Бывшего директора ЖДМ обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что нанесло компании ущерб на 250 миллионов Лея в период, когда он ее возглавлял. Прокурор, ведущая дело Стелла Барба, сообщила нам, что следствие практически подошло к концу. За все время было проведено несколько процессуально-уголовных мероприятий. Применены и страховые меры в виде ареста, насколько я помню, 30 миллионов. В ходе параллельных финансовых расследований были обнаружены активы. Есть несколько обвиняемых. Юрия Топала объявили в международный розыск в ноябре прошлого года по запросу Генинспектората полиции и прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам. Ему вменяют коррупцию, хищение иностранных активов, злоупотребление служебным положением и мошенничество. В начале этого года бельгийские власти задержали Юрия Топала в аэропорту Брюсселя.